Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение курса «Современные США». И эта видеолекция – дополнение к лекции номер 5. Это из цикла «Американский регионализм». Тема пятой лекции – особенности отдельных регионов, их памятные места и достопримечательности, национальные парки и заповедники США. На этот раз я вам порекомендую внимательно изучить географическую карту Соединенных Штатов Америки. Не политическую с границами штатов, а именно такую географическую, где видны национальные парки, которые обозначены на картах такими зеленым цветом, зелеными пятнышками, которых вот довольно много на территории США, от Флориды и до Вайоминга. И кроме того, моя главная задача в этой дополнительной видеолекции – это задать вам такие закрепляющие контрольные вопросы лекции номер 5. Так, внимание, первый вопрос. Как называется старейший и крупнейший национальный парк Соединенных Штатов Америки? Второй вопрос. Когда в США была создана служба национальных парков? Третий вопрос. Кто такие янки? Я внимательно, в общем-то, отнесся к этому вопросу, рассказал об этом подробно в лекции, так что вы должны запомнить. Четвертый вопрос. Какой американский город называют городом ветров, а какой большим яблоком? И, наконец, последний, пятый вопрос. В каком штате находится гора Рашмор, в которой высечен памятник, монумент отцам-основателям Соединенных Штатов Америки? Благодарю за внимание. Встретимся на следующей лекции.